Молитва за Израиль – это важнейшая часть христианского служения. Как написано в книге Псалтирь, просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Здесь прославляется Господь, и здесь мы благословляем его первенца Израиля, которого он по-прежнему любит, которого восстанавливает в последние времена. Но написано в Писании «не без нас». Призываем вас на молитвенное служение за израильский народ. Становитесь вместе с нами, участниками благословений Всевышнего. Поэтому приглашаем вас на наше молитвенное служение, чтобы по нашим молитвам, по нашим добрым делам Господь совершил то, что Он сказал еще от начала – восстановление Израиля. Молитвенные собрания проводятся каждую вторую пятницу месяца в Южной Церкви «Благая Весть». Начало в 19 часов. Стани, Господь, стани любящий.